Важно ли во время джапы сохранять тело в прямом неподвижном положении? Или же может двигаться и что-то... Или можно двигаться? Но Господь Читания однажды дал такой пример. Он спросил, он повторял все время мантру, и он, когда пошел в туалет, то он не повторял мантру. И мальчик один, он ему сказал, что говорит, а почему ты в туалете не воспеваешь святое имя? Ты же можешь и там оставить свое тело. И Господь Читания сказал этому мальчику, это мой духовный учитель, он ему сказал. То есть главным принципом, главный принцип такой, что у нас нет строгих правил и ограничений на самом деле. У нас нет. Все это главным принципом у нас является воспевание святого имени. Поэтому как бы вы ни... Можете лежа повторять мантру, можете там во сне ее повторять, в тамагуне и так далее. Она всегда благоприятна, поэтому главное это повторяйте мантру. Не обязательно быть. Это для йоги, для аштанга-йоги, да, там нужно прямое положение тела. Это лучше, конечно, но если у вас нет возможности, все равно повторяйте, как бы вы ни повторяли. Вот. Главный принцип – это повторение. Мне преданный один раз сказал, как-то говорит, вот надо на четках обязательно, потому что это тулось. Ну, тулось у нас вот в Канхималах есть тоже. Мы тоже с ними соприкасаемся. Поэтому главный принцип – это повторять. Вот так. Хари Кришна. Хари Кришна, дорогие преданные. Хари Кришна, примите наши поклоны. Это Нарайни Радха. Это Манджари Махима, и мы вместе занимаемся интернет-самкиртаной на Валберес. Мы распространяли книги на улице долгое время и решили автоматизировать этот процесс. Составили список магазинов, через которые можно попробовать распространять книги. И первым оказался Валберес. И он стал занимать практически все наше время, потому что это очень объемный маркетплейс, там распространяется огромное количество книг. Только Бхагавад-гиту около 7 тысяч уже люди выкупили за 1,5 года. В целом распространено более 42 тысяч книг. Мы хотим пригласить вас стать членом команды интернет-санкиртаны. Мы поддерживаем низкую стоимость на Валберес, чтобы эти книги распространялись. При низкой цене распространение увеличивается в несколько раз. Но чтобы поддерживать цену на таком уровне, нам необходимо ваше участие. Если вы домохозяйка или вы бизнесмен, у вас нет времени, вы можете просто выкупать книги, и от вашего лица они будут автоматизированно распространяться на Валберес. Поэтому присоединяйтесь к нашей команде, становитесь членом интернет-санкиртаны, и давайте распространять книги вместе.